Всем доброе утро. Я показываю наш завтрак. Себя не показываю еще. Глаза не открываются. Бодрое утро. Глаза не открываются. Дима наливает кофе. Сейчас будем завтракать. У нас яйца пашот. Я их делаю в пленке. Пленку сбрызгиваю маслом. У меня есть спрей. Очень удобно. Потом они просто с этой пленки вытаскиваются. Потому что раньше я этого не делала, не знала и мучилась. Все руки обжигала. Это так чик, потянула и все. И плюс у нас булочка наша любимая, мы приобрели их, а то они у нас недавно закончились. Здесь помидорки, руккола, колбаска и сыр. Все, всем, кто кушает, приятного аппетита, будем сейчас тоже кушать. Ребята, всем привет! Я иду в магазин за пирожком, сегодня Дане 7 месяцев исполнилось. И по традиции мы покупаем пирожное, зажигаем свечку. В общем, я сейчас иду, он заснул, оставила его на Диме, Дима за ним наблюдает, и бегом-бегом сейчас куплю, мне там еще молока надо, и вот это пирожное купить. Все, я побежала, надо успеть, пока он спит. Мы сюда давно не ходили, у нас тут строят какой-то магазин, еще один новый, мы достроили еще пока, возводят. На улице достаточно тепло. У меня такая тоненькая кофточка с сердечком, с котенком. Вот и... А, еще мне нужно снять денежку. У нас же курьер должен приехать. Ну, не знаю, на следующей неделе, наверное, приедет. В понедельник или во вторник. С паркой с моей. Мне нужно снять наличные, потому что, по-моему, там только за наличный расчет. Либо нужно было онлайн оплачивать. Я хотела получить товар, а потом оплатить курьеру. Поэтому нужно наличные снять. Все, бегу. Вот такая лейка тут. Бегу в магазин. Фу, прибежала еле-еле. Ребята, я купила пирожное, как всегда. Кучер тут скребет. Заходи, дорогой. Еще зашла в Ленту. Купила мусорные пакеты, они по 50 рублей, очень выгодно, потому что уже наши пакеты, которые мы покупаем, больше 100 рублей, а вот эти для Ленты, они 50 чем-то рублей стоят пока что, 20 штук, 35 литров. Молоко у нас заканчивается, взяла творожок, буду вводить Данюшке потихоньку творожок, всякие разные попробовала, с разными вкусами. Вот, кабачок взяла, сейчас будет кушать. Это шоколадка была по акции, это лучку один корм взяла. Еще зашла на второй этаж снимать деньги, а там, короче, был магазин детский, и он закрывается, и все ликвидируют. Там уже практически все продали. Игрушки никакие, я там хотела игрушку какую-то выбрать, не смогла, но нашла обувь. С хорошей скидкой 60%. Сейчас покажу. Не знаю, что это за компания. Кожаная обувь. Вот такой вот коробки. Сейчас покажу вам саму обувь. Такие ботиночки. Полностью кожаные. Прикольные. Мне понравились. Классные. Здесь и на липучке, и на замочке. Можно будет осенью одевать носочек потолще, и вот он будет ездить вот в этих вот ботиночках, очень удобно, даже пока не ходит, и потом еще на весну, в принципе, я думаю, что должно хватить, посмотрим. И еще взяла вот такие вот вообще тапочки, они вообще вышли какие-то копейки, там меньше 200 рублей, Котофей, сейчас покажу, прикольно будет дома, когда начнет там это. Вот, такие вот тапулечки, прям тоненькие, домашние, написано для детского садика, с мячиком, классные. Вот, улов замечательный. Итак, у Дани в комнате вытерла всю пыль, все подняла наверх, все ковры, все его прибавать, запустила, здесь вот ездит наш друг, пылесос. Ездит пылесосит, сейчас он пропылесосит, я здесь протру полы, Данька уже будет потихоньку спать, пока он вот что делает. Данюшик, Даня! Ку-ку, Данечка! Ку-ку, малыш! Пока он так занимается, ну, в принципе, здесь еще шумно, сейчас быстро здесь пропылесосит, я здесь уже полы буду потихоньку мыть, он может лечь спать.
И вот это все назад разберу его. Так-то я здесь уже все протерла, все везде пыль протерла, убрала. По-хорошему, конечно, еще нужно окна помыть. Но это уже, наверное, соберусь. На выходных еще тепло будет, еще окна. У нас керхер есть, такой, который стекла убирает. И, наверное, хотя бы протру во всех комнатах. Очень удобно, очень быстро. И мы средства купили для стекол именно керхер. Он тоже, оно тоже это средство очень хорошо отмывает. Поэтому не нужно усилить приклады никаких, только время. Вот будет тепло, Дима в здании посидит, то в одной, то в другой комнате, пока я буду мыть, наверное, надо помыть. На осень уже. Всем привет еще раз. Всех с величайшим праздником пятницы. Я люблю пятницу, не знаю. Вы напишите, вы любите пятницу так же, как люблю ее я. Ой, тебе все равно пятница у тебя. У тебя пятница, понедельник. Не, ну в выходные дни, конечно, ты и здание можешь посидеть, и все. У меня немножко расслабление. Расслабление, да. Понятно. Ну что, я уже сказала, что мы купили пирожное. Именинник вот пока не спит. Именинник пока не спит, пытается заснуть. Я сейчас покажу. Пирожное с клубничкой, красный бархат. Такого мы еще не пробовали. А что это, крем или мусс? Что это? Что это, крем или мусс? Это капкейк. Ну вот это вот что это? Это? Не знаю. Мы такой ели, только коричневый, помнишь? Че, коричневый. Очень. Капкейк мы ели шоколадный. Здесь был тоже шоколадным, а здесь с белым. Не знаю, что это. Если честно, я не спрашивала, но сколько мы покупали пирожные в этом заведении, все они были очень вкусные. Поздравим Даню и попьем кофе. Отлично, я придумал, да? Все, сейчас все приготовления, идем. Ну что, идемте поздравлять нашего маленького малыша-именинника. По традиции, красивейший, вкуснейший капкейк Анечка прикупила. Малыш, тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения тебе, Даня. Поздравления тебя! Малыш, с днем рождения тебя! С днем рождения! Сейчас мы все задуем свечку. Малыш, мы тебя очень-очень-очень, мама и папа тебя сильно-сильно любят и желают тебе самого-самого хорошего в этой жизни. Малыш, ты уже взрослый. Давай задуем ее вместе. Ты уже, смотрю, загадал желание. Ну что, малыш, один, два, три! Ура! Ура! С днем рождения, карапузики! Вышака маленький! Ну что, пробуй клубничку? Ты первый! Это самая вкусняшка тебе досталась, пуп! Мой сладкий! С днем рождения, 7 месяцев тебе. Ух ты, какой взрослый! Ух ты, какой взрослый! Вообще взрослый! Ты такой взрослый! А лучше полезь в твою конуру. Ага, смотри. Это не твоя конура лучше, это Данина конура. Там, скажи, игрушки лежат. Все, малыш, с днем рождения. Сладкий мой карапузник. Ну что, Данюшек съел клубничку и довольный пошел спать. Ну, наговаривай. Сейчас мы порежем. Только вот не режь, вот эта штука не режется. В тот раз я ошибку допускал. Надо сворачивать как-то. Допустил, да. А ее надо, вытащить надо из этого, из кокона. А никак. Ух ты, там такая начинка. Оп, упал. Тут так прикольно все. Ну такой, видно, пропитанный, да, как будто. Ну что, сейчас попробуем. Приятного аппетита тебе, приятного. Анна. Время 6:30, а мы только собираемся на прогулку. Потому что кое-кто уснул. Это не я. Нет, не ты. Кое-кто уснул и решил поспать до 6:30. Потому что долго возился. Довозился. Ну, в любом случае мы выйдем, хотя бы час погуляем. Может быть до 9:30, может быть до 8:00. Но уже, да, уже будет темно. Ну, что поделать. Мы в процессе сборов. Ну что, привыкайте, теперь вечер будет проходить в полумраке. Да, в общем. Потом мы хоть когда выйдем, после 4:00 всегда будет темно. Ну, мы встали тут под фонарем.
специально немного отснять. А вот если вот так разверну сейчас, там поле и лес, и такая темнота. Да, там фонарей нет. Туда лучше не ходить. Мы остановились на перекус. На перекус, Данюша говорит. Родители, дайте покушать, а то одели шапочку, потому что прохладный ветерок уже задувает. Сколько? Ночью градусов 9-11, резкий перепад днем по 24, то есть 14 градусов, 15 перепады, это вообще катастрофа. Очень много прям. Но сейчас мы все равно проедем, погуляем. Воздухом подышать всегда приятно и классно. Ребят, сегодня первый раз за очень-очень долгое время мы занимаемся с Димой этим. Просматриваем фильм. Больше полгода точно. Мы не смотрели, потому что... Ну, совместно как-то не удавалось. Да, не удавалось совместно. И сейчас, наконец-то, настало то время, когда мы можем посмотреть фильм. Ну, здорово. Ну, фильм специфичный выбрали, я даже не помню название, но актерский состав какой-то безумный. Ну, в общем, досмотрим, уже сделаем какие-то выводы и скажем, понравилось, не понравилось, потому что он очень специфичный. Дима сказал, что много, да, смотреть? Да, он идет 2.20 или 2.30, а мы, наверное, только минут 40 посмотрели от силы. 40 минут, ребят, 40 минут фильма уже смотрим, обалдеть. Времени вообще не было, да, это ни разу практически. Не то чтобы практически, я один раз начинала смотреть, а потом ты заканчивала один. Да. Я не смотрела. Ну ладно, все впереди, значит. Да, не будем терять время, попрощаемся с вами и еще посмотрим, сколько хватит сил. Хватит сил времени, а сколько останется, или кое-кто нам оставит времени. Mm-hmm. Поэтому, ребята, кто нас смотрит и не подписан, обязательно подпишитесь на наш канал. Следующий видосик выйдет когда? 7 часов. Утро по Москве. Вот это да, это новости. Не забудьте на него поставить лайки нам, написать комментарии. Мы их все читаем, с удовольствием отвечаем вам. С вами были Аня и Дима Сугроба. Маленький Данюша Сугроба сегодня она отмечалась с пирогом и уснул. Всем, ребята, позитива. Пока-пока. Пока-пока.